22 декабря 2006 года. Вот такой вот у нас вид из окна. Солнечно, небо голубое, снега нет, улица плюс 5 градусов. Так, сейчас выключится батарейка, придется ставить на зарядку. Сейчас. Ладно, надо еще помолиться, прочитать утреннее молитвенное правило. Телефон для скайпа, USB-фон, аккорд. Ладно. Ну, скоро выключится. Ладно. Да. Такой вот у меня книжный шкафчик. Такой вот книжный шкафчик. Полочки. Так вот. Странно, батарейка все не вырубается, даже странно. Тут у меня вот такой вот бардачок. Кассеты, старые конспекты, аж школьные еще даже есть. В основном университетские, конечно. Ну, тут статьи старые по той теме, которой я уже не занимаюсь. Еще которой в магистратуре занимался. Ну, ладно. Это у нас 23 декабря. Так, еще это у меня, по-моему, будет еще вряд ли. Надо забрать.
слышу уже тот домик. Эту башню с шпилем. И претензии на монументальное сооружение. Продают. Ёлочки покупают. Да. Просто была девочка, которая ездила уже.
Господи, усни мою отвесничью сторону, зависть от хвалу Твою. Господи, что с тобой окружающими вновь восстают по мотоцикле благодаря души моей. Есть спасение ему Боже его, и же Господь заступник мой, все слава моя, вознося главу мою. Глаз моим ко Господу возлоги, услышали о горе святые своя. А за услуги спам постах, и Господь заступит меня. Не убоюсь я тем людей, о крестопадающих меня, на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразился вся враждующими в суе. Зубы грешников сокрушил, если Господне есть спасение на людях Твои, благословение Твое. Хорошо. Thank you.
Твоя? Камера. Да. Она старая. Камера какая-то. У нее сломалась. Купил? Да, давно. Да просто. Подряд.
православные, и не смотри на милости твоя богатая, молитвы все причисты, владычицы наши, жертвы, и представьте молитвы, и вылечи с нами, и животворящими Христа, представьте прелестных и бедных сил бесплотные. Так, вот эти лампадки надо задуть, и делать это вот с помощью такой вот досочки. И вот так вот. О. Так. Вот. Вот. Храм. Так, и служба. Почти никого нет. О. Ай, батарейка садится. Да, темно, свет выключили. Сегодня 25 декабря. На градуснике минус 5 градусов. Ну да, довольно холодно. Так, ладно. Такое вот довольно забавно такое световое пятно. Оно получается от солнечного зайчика, который возник в результате отражения от стекла. Там стекла. Ладно. Надо идти. Вот мой компьютер. Так, известных вирусов не обнаружено. Блин, он в последнее время что-то глючит конкретно. Со вчерашнего дня. Ну ладно. Нет, 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 нет
Поклонится тебе.
В самом деле, как может неизменный вечный, единый Бог кем-то стать, то есть измениться и начать свое новое бытие в славном времени? Прежде всего, а именно прежде всяких доводов и объяснений, которые предлагают нам святые отцы и учители церкви, мы можем заметить, что главное переживание, содержащееся в учениях и проповедях, а также в нашем богослужении, это удивление, изумление в полной мере. Нам же следует открыть свои сердца и умы для восприятия этого божественного снисхождения и поворожения из одной древнейшей заводной молитвы, которую читали в церкви праздник Сречения Господня, душевными объятиями непрестанно обымать его плащенное слово и храмами Всесвятаго Духа Бытия. Провожая 2006 год и вступая в новое лето год, 2007 от Рождества Христова, мы с благодарностью вспоминаем все то замечательное, что... Yeah.
Сейчас. Так. Как же, ой, как же его снять-то? Это новый ангел. Это ветхий ангел.